40 тысяч иностранцев в этом году встали на миграционный учет. Таковы данные миграционной службы республики. Из них 20 тысяч приехали на заработки, а рабочий патент получили только 5 тысяч человек. В основном это выходцы из Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Украины, Молдовы и Азербайджана. Сейчас в нашем регионе в приоритете трудоустройство местных кадров. Жесткая политика ведется в отношении иностранной рабочей силы, особенно в промышленности. Об этом на заседании Координационного комитета содействия занятости населения заявил заместитель председателя правительства республики Алексей Дьячковский. На совещании рассматривались прогнозы потребностей в специалистах с высшим и средним образованием для отрасли экономики республики, а также обсуждался приоритетный проект «Местные кадры в промышленность». Сейчас не секрет, что многие предприятия набирают работников за пределами республики, набирают иностранцев. И сегодня для нас ключевая задача – это обеспечить в первую очередь приоритетность поступления на работу в эти предприятия жителей республики Саха-Якутия. Здесь, конечно, это непростая задача. Во-первых, очень серьезные ограничения по квалификации, по стажу работы имеются, по специальностям имеются определенные ограничения. Поэтому это такая комплексная проблема, которая связана с изменением системы профподготовки, среднеспециальных образовательных учреждений, ну и, конечно, подходами самих предприятий.